на рэп, мы услышали песню группы Каста на сборнике. Трехмерный ритм, была песня. Все, нас прокачало. Прям так и было, мы просто сидели на улице, и просто мимо прошел отец с сыном Дауном. Мы долго думали об этом, картина очень сильно задела. Зачем у бойца небритого, списанного в запас? На плече бардак серый, никто кроме нас. Родина голубоглазая, душа открытая, облежала чуть тогда, прощай, не умытая. Потом сидели уже вечером, разговаривали, потом о России разговаривали, о стране, потом как сейчас, какая сейчас ситуация в мире, и вот эта картина, и вот как-то скрестилось так, получилась эта песня.